Добрый день. Вячеслав Лысенко, являюсь акционером компании Miss China. И я хочу с вами поделиться определенными важными вопросами. Наша компания выставила в момент проблемы коронавируса в Китае. Мы фактически начали работать с первого дня, когда нам разрешило это делать китайское правительство. И мы регулярно начали отгружать грузы для наших клиентов первыми, кто это начал делать из украинских компаний. Но коронавирус, как вы знаете, дошел до всех остальных стран. И, как мы видим, не все к ним были готовы. И в какой ситуации оказались мы, ну, соответственно, и вы, как клиенты? Сейчас Китай является основным производителем средств защиты для докторов и для населения. И это стало спасительным местом для всего мира. Плюс ко всему отменили все регулярные авиарейсы из Китая в любую другую страну. А именно регулярные авиарейсы были основными перевозчиками всех ваших покупок, потому что они нам давали хорошую лояльную цену, которую мы давали вам. Сейчас их нету. Наш основной перевозчик перестал быть. И на смену ему пришел такие перевозки, как грузовые авиационные перевозки, где цены в 2-3 раза дороже, чем те, которыми пользовались мы. И у нас стал выбор, либо отказаться от услуги вообще авиадоставки и перейти только на НЖД и море, либо все-таки дать вам оставить эту услугу. Мы решили оставить эту услугу для вас. Да, это стало стоить дороже. Да, это связано с определенными рисками, трудностями, потому что сейчас приоритет в авиадоставках дается средствам медицинской защиты для всего мира. А потом уже выстраивают в очередности такие грузы коммерческие, которые покупаете вы. Но мы делаем все свои 100%, чтобы попасть в набор, чтобы привезти. И в тот срок, который максимально нам возможен, мы это делаем. Но если у вас есть возможность, я вам предлагаю, перейдите на железнодорожную доставку. Во-первых, это регулярно. Мы 3 раза в неделю отправляем поездом доставку в Украину. Во-вторых, это намного дешевле. В-третьих, это не на так дольше, чем авиадоставка. Это всего лишь на 2 недели дольше, чем вы бы заказали это самолетом. Ну и в-четвертых, немаловажно, каждый наш заказ дает возможность больше привести гуманитарной помощи в каждую из стран мира, которая нуждается. Поэтому я считаю, что давайте войдем в положение, которое происходит сейчас во всем мире, и сделаем какой-то свой маленький вклад в то, чтобы помочь развести гуманитарную помощь, которую, кстати, мы развозим тоже в достаточно больших объемах в Украину и раздаем по всем этим учреждениям. Господа, давайте вместе справимся с этой ситуацией. Давайте вместе лояльно будем друг другу. Наша команда, я могу гарантировать, 100% делает все возможное, что она может делать, а она профессиональная, для того, чтобы сделать вашу покупку удобной, комфортной и приятной. И будьте здоровы и счастливы!